Мой номер. Здесь я раздевался. Сейчас пойду на улицу. Это раздевалочка. Рассчитанная. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 40 человек. Выхожу на улицу. Душевые кабины. Сюда женская раздевалка. Иду на улицу. По лестнице. С подвала на первый этаж. Вот он, бассейнчик. Вода, температура 38 градусов. Общий вид со двора. Люди в шахматы играют. Здесь буфет. Продают разные напитки, ну, как везде, вон, алкогольные напитки. Там бассейн, не знаю, сколько метров, метров 50, может. Солнышко вышло, полчаса назад был дождь. Вышло солнце.
Бассейн. Люди отдыхают. Тут на центральный вход, а здесь так называемый молодежный. Здесь была надпись «Тайский массаж», постоянно убрали. Раньше здесь нельзя было фотографировать, сейчас уже вон охранники ходили. Запрещали, сейчас можно фотографировать, что хочешь делать. Ну, ничего хочешь, конечно. Так. Иду к третьему бассейну. Где по кругу можно купаться, вот люди купаются там. Струи воду разгоняют. Вот они, вон они плавают. Я там плавал, но я, так как я один, я не могу себя там снять. Время 22, я уже 2 часа. Хожу вокруг. Там сидят трое русских, вон они сидят. Бассейнчик какой-то. Деньги бросай сюда. Нет ни хрена денег. Нам на плавки не влезают. Мелочь. Здесь вход внутрь. Можно зайти внутрь. Пойдем посмотрим, что внутри.
оазис внизу, сауна. Пускайся в сауну. Бассейн с холодной водой. А тут есть вид рова. Вода как раз. Можно отдыхать. Идем дальше. Пойдем здесь пройдемся. Ну, с бассейном тоже. Вот бассейн почему-то без воды. Вот что-то написано. Закрыт. Ага, тогда уже путь закрыт. Ну, здесь какие-то лечебные душевые, не помню. Все колонны в старинном стиле. Иду дальше. Вон гантельки. Туалет. Душевые кабинки. Опять душевые кабинки. Бассейн. Ну, две сауны. Температура показана.
такая в самом. Это бассейн у нас здесь. А, вот сауна тоже. Работает, да? О, работает там. Темно. Бассейнчик. Народ ходит. Маленький бассейнчик здесь. Никого нету. 20 градусов вода. В бассейне. Вода 20 градусов. Идем дальше. А здесь что? А, это выход уже в раздевалку, в другую. Выход в раздевалку. Так, угу. Пойдем дальше. Народ отдыхает. Ну, здесь бассейн. Сауна. Здесь тоже я купался, помню. Вода здесь тоже крутится. Я попробую снять. Снял оператора, не знаю, что получилось. Идем дальше. Уборка. Вот здесь бассейн пришел градусы. Вот здесь бассейн был закрыт. Сауна тоже на ремонте. Идем дальше. Выход здесь. А вот еще есть две сауны. Фенис сауна какая-то. Это запаха нет. Здесь арома. Арома сауна. Пойдем посмотрим, что здесь. Ароматы. Выхожу уже с другой стороны. Здесь тоже. Здесь хорошая парилка, 80 градусов, я здесь не буду париться. И сегодня еще приду, сейчас пока сделаю съемку, потом приду попариться. Вот люди.
Вот бассейнчик. Вода 20 градусов здесь. Холодная вода. Кажется теплая, как она холодная. Написано 20 градусов. Сейчас попробую ногой залезть сюда. О, холодная. Мои ноги. Опять сам себя снимаю. Народ там дальний, но там теплее. 20 градусов. Бассейн. А вот самая горячая парилка. 80 градусов. Работает, не работает. 80 градусов. О, никого, ни одного человека, не знаю, что получится, не получится. Снял. Выхожу. Так, круг почета сделал. Ухожу с другой стороны. Вот, вышел опять к бассейну, в котором 38 градусов. То есть вокруг здания обошел внутри. Вот он, бассейн с бромом, 38 градусов. Находится в нем можно не больше 20 минут, там написано. Но люди там в шахматы играют, и потом находятся. Я туда подойду. Здесь внизу тоже такой же бассейн, как с той стороны. У, не бассейн, а сауна. Пойдем зайдем, посмотрим. Здесь лед. Раньше делали, не знаю, сейчас делают, не делают. Вот она сауна. А вот здесь, лед есть, есть лед. Вот. Лед. Лед. Он упрыгивает лед. Бассейнчик холодный. Небольшой. Все как в лучших домах Лондона и Парижа. Выхожу. Сейчас с этой стороны войду, круг сделаю. Люди отдыхают, вот газеты читают, журналы. Пьют, пьют. Шахматы играют. Thank you.
Ну, так сделал обзор на общую экскурсию. Я пробую снять своей же рукой оператора. Не знаю, что получилось. Он видео все фотографирует. Ну, здесь вход в мою раздевалку. Опять же буфет. Вот мое место. Здесь отсюда я вышел сразу. Хотел показать, где написано купаться не больше 20 минут. Я не знаю, может, они уже привыкли, но я когда много находился здесь, начинала болеть голова. Пойдем дальше еще там. Информация здесь еще будет. Что-то тут не видно, что написано. Сняли объявление. Были объявления. Находиться не больше 20 минут, 15-20 минут. Значит, уже, наверное, можно находиться. Он еще кто-то снимает. Все снимают. Снимаю сам себя, не знаю, что получится, как тут у меня. Видеоролик на 30 минут, я думаю, хватит. Если посмотреть, кому понравится, кому не понравится. Как говорится, пробачайте меня, хлопцы. Оператор. Я еще только учусь. Я не волшебник, я только учусь. Спасибо, до свидания.